was that the agreement was reached strictly by consensus. Ваш вопрос. Мы серьезно учитывали всю предысторию обсуждения вопроса о новом союзном договоре. So going back to your question, yes. Никита, юридический факультет университета Джорджа Вашингтона. Мне интересно, что под какая идеология, что о чем общая идеология, которая думали, если можно так выразиться, те, кто участвовал. Вы сказали, что господин Бурбулис, он был марксистом, правильно ли я понял? То есть у него была марксистско-ленинская идеология, так скажем. И вы также упомянули, что Белоруссия – это колония России. Думали ли вы так в момент подписания этих соглашений? Эти два такие маленькие короткие вопросы. И третий вопрос, он тоже короткий, но очень сложный. Могли бы вы коротко прокомментировать ситуацию, если можно, на Украине, как и на Восточном Украине? Никита, понимаете, что это? Сделала нас Бурбулисом друзьями. В Советском Союзе все философы должны были себя называть марксистами-ленинцами. Но были под этим названием и хорошие философы, такие как Бурбулис. Eventually, very quick answer. Eventually... О том, что Беларусь – колония России и так далее. Думал, но говорить этого не смел. Did I really think that at the time that Belarus was colony of Russia? Yes, I did, but I didn't dare to speak about it. Это был бы большой скандал, и это было делать очень опасно. It would be quite fraught with danger. Более того, как мотивация Беларусского соглашения, я думал, что Ельцину надоело быть в подчинении Горбачева, и что он хотел сказать, что президент России, избранный народом, гораздо лучше, чем президент СССР, избранный съездом народных депутатов. I believe that one of the reasons. Он тоже молчал. I think that Kravchuk had the same, shared this opinion, but he was silent. Okay. Well, I'm afraid we're about out of time now. Our guests have to move on to the next event. But first of all, on behalf of our Institute for European Russian Eurasian Studies here at the Elliott School, I'd like to thank Fredo Rios King for. Stand? Yeah, I ask. To make a new video, as I, I was on this event and I was on this lecture. And so all people after the lecture stop.